Это программа «День с толком» в студии Андрей Дриер. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Трагедия в Заринском районе. Под снегом погибли 4 человека. Перебои с чистой водой или как чиновники из Косихи хотели помочь землякам, а в итоге их оскорбили. Из Португалии с любовью в Барнаул привезли первые лодки для участия в этапе Кубка мира по гребле. Семьи погибших мужчин из Заринского района получат материальную помощь от предприятия. Напомним, трагедия произошла сегодня утром. 8 человек чистили крышу и оказались под завалом снега, который сошел со здания зернохранилища. 4 человека погибли на месте трагедии. Сегодня работала наша съемочная группа. Мы смогли пообщаться с замом председателя правительства региона, который тоже сразу после трагедии выехал в Заринский район. Оказание помощи семьям. Вопросах и погребения, и оказания единовременной материальной помощи. Пока определяем он 200 тысяч, там, где нет детей несовершеннолетних, то есть уже взрослые, там по 100 тысяч. Конечно, эти деньги не заменят семьям близких, которых они сегодня потеряли. Самому молодому погибшему мужчине было всего 23 года. Почти у всех остались дети. Один из пострадавших сейчас находится в больнице. Трое от госпитализации отказались. Родственники погибших говорят, что мужчины чистили крышу без страховок. По их словам, ни о какой технике безопасности не было и речи. Сегодня в Заринском районе работала моя коллега Валентина Аскерова. Ей слово. Снежная лавина, которая унесла сегодня жизнь 4 человек, обрушилась с крыши того зернохранилища. Сейчас к месту происшествия не пускают, на месте работают оперативники. Единственное, кого они пропустили, это родственники погибших, чтобы они смогли попрощаться. К слову, сегодня на месте работали исследователи. Им еще предстоит дать оценку произошедшему и выяснить, была ли трагедия чьей-то халатностью. Мы будем следить за этой историей. Подробности в ближайших выпусках новостей. Сегодня же губернатор Алтайского края дал поручение правительству региона взять на особый контроль ситуацию с гибелью 4 рабочих на зернохранилище в Заринском районе. В ходе оперативного совещания Виктор Томенко поручил всем руководителям обратить особое внимание на опасность схода снега в связи с потеплением. В этой связи особое внимание во взаимодействии с главным управлением, естественно, и со службами дорожного хозяйства и жилищно-коммунальных наших предприятий. Надо внимательно следить, в том числе снега выпало много, теплая погода, вот этот сход, особая ситуация по движению транспорта, автомобильного транспорта и так далее. Значит, прошу вас, держите на контроле все это. К слову, из-за теплой погоды в регионе участились случаи дорожных и коммунальных происшествий. Так, в Барнауле на Тимуровской 19 из-за мокрого снега обвалилась часть кровли в жилом доме. Благо, обошлось без пострадавших. Крупный пожар на одном из складов Барнаула произошел в минувшее воскресенье. Как сообщили в МЧС, возгорание случилось вечером 7 февраля на 9-м заводском проезде. Порядка 500 квадратных метров здания были охвачены открытым пламенем. На месте происшествия работали 80 человек и 22 единицы техники. Ситуация осложнялась сильным задымлением. Одна из причин – присутствие в помещении большого числа горючих материалов. Сложность пожара заключается в том, что здание очень протяженное. С наветренной стороны находится очень сильный, большая закалительная загрузка в виде матрасов, бумаги и сельхоз продукции. Спасателям пришлось вскрывать металлические элементы обшивки зданий. Для полной ликвидации огня потребовалось около 1,5 часов. К счастью, обошлось без жертв. А теперь о ноу-хау чиновников из Косихи. Подвоз питьевой воды для жителей они организовали в старой ржавой бочке. К тому же выдали ее за новую, просто перекрасив. В этом уверены местные жители. Посчитали это оскорблением на свой счет и обратились к журналистам. Когда в Косихи все-таки появится нормальная вода, скажем в сюжете. Например, вот посуду я приспособилась, уже посуду мою, чем я смешиваю соду с горчицей, и очень удобно теперь уже стирать посуду мыть. Может, на сухую. Да, на сухую, чтобы так вот помыла, и потом только вот, ну, воду-то экономить надо.
Теперь вода только вот в таких 5-литровках. С конца января кран не дал ни капли. Водопровод перемерз. Питьевую воду начали подвозить, но получилось как всегда. Жидкость в старой ржавой бочке была мало похожа на источник жизни. Усугубили ситуацию, по словам жителей, чиновники тем, что решили не поменять бочку, а покрасить ржавую в желтый и выдали за новую. Воду ту, что нам из знаменитой теперь уже знаменитой подводной желтой бочки нам воду привезли. Нам пытались доказать, что взяли анализ, но вы сами вот посмотрите. Ты вот с кем сейчас работаешь? Ты мне объясни, дурачку, ты с этим. Вот сейчас телефон. Водичка. С кем работаешь? Вот сейчас я водичку снимаю, которая что? Была прозрачная раньше, а сегодня вот желтая, желтая, прижелтая и сверху маслянистый какой-то налет. Вот он предмет скандала. Та самая бочка, которую, проводя аналогию со знаменитым рок-хитом, называют «желтая подводная бочка». Ее перекрасили, как видно, некачественно. И дополнительная ирония в том, что Светлана Александровна знает краску, которой ее и покрыли. Желтая, грунт, эмаль по ржавчине, потому что Светлана Александровна работает продавцом в магазине, в который ее и покупали. Теперь бочку, конечно, поменяли на нормальную, это формулировка жителей, и пообещали воду возить каждый день, только не уточнили, что каждый рабочий. А вот заняться перемерзшим водопроводом пообещали только к лету. Но стоило жителям обратиться к журналистам, коммунальщики взялись за работу. Будут менять замерзший участок водопровода. Никаких сроков нет. В связи с тем, что нет никакой технической документации, где проложен водопровод, как вообще, на какой глубине, то есть все будет зависеть от того, насколько точны данные людские. То есть чем быстрее мы найдем старую центральную трубу, тем быстрее мы произведем бурение. Главное, новый участок водопровода должны углубить, чтобы не перемерзал. Жители создали чат в WhatsApp. Сейчас в нем состоят 35 домов, которые остаются без воды. Поэтому мы продолжим следить за ситуацией в Косихе. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Продолжим. Вирусологи предположили, что к концу весны жители России смогут наконец отказаться от масок. Конечно, если эпидобстановка будет позволять, в противном случае ходить с масками нам придется и все лето. По словам специалистов, два главных фактора для отмены масочного режима – наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации. В Алтайском крае вакцинация набирает обороты. В регион пришла крупнейшая партия «Спутника Ви» – более 15 тысяч доз. Препарат сейчас распределяют по всем поликлиникам края. На данный момент к вакцинации присоединились более 18 тысяч жителей региона. Возможно, прививка от коронавируса поможет кому-то спасти жизнь, потому что пока жертв ковида в регионе меньше не становится. За сутки скончалось еще 13 человек. 349 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 88 из них подключены к аппаратам ИВЛ. А мы продолжим. Прокуратура заинтересовалась качеством уборки снега в Бийске. Спусковым крючком стала забастовка водителей общественного транспорта, которые в пятницу прекратили свою работу на несколько часов. Напомним, водители автобусов возмущены недобросовестной очисткой дорог после снегопадов. По их словам, из-за этого страдает качество перевозки пассажиров. На месте забастовки побывал глава Наукограда Александр Студеникин, который потребовал от дорожных служб впредь вовремя проводить все необходимые мероприятия. Тем не менее, теперь прокуратуре предстоит оценивать качество уборки снега, а также работу властей и подрядчиков города. Ну и позитивные новости из Наукограда. Собственники Бийской многоэтажки снизили свои ежемесячные платежи за отопление практически в два раза. Это стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Энергоэффективный капитальный ремонт». О том, как сказку сделать былью, узнал наш корреспондент. У меня вот три стороны. Ага. Вот. Стена была прохладная, а сейчас жара. Чтобы пойти, допустим, помыться в ванной, вот когда морозы сильные были, я ставила обогреватель, нагревала в ванной, а потом шла мылась вот так вот. Ну, терпели маленьких ребятишки, как говорится, все повыросли, это самое. А сейчас вот, когда сделали, намного теплее, потому что моешься в ванной, прислонишься к стене, плитка, как говорится, терпимая, все нормально. Стало не только теплее, но и дешевле. Счета в квитанциях за отопление и горячую воду у жителей дома номер один по улице Прибыткова снизились на 1000. Они первыми в Бийске рискнули провести в доме энергоэффективный капремонт.
неожиданная приятность, и все люди спрашивают, не ошибка ли это. И, в общем-то, я благодарна нашим подрядчикам, которые сделали у нас такой ремонт, такую экономию. Вместо запланированных 27% экономия составила 53%. Правда, пришлось потратиться и потрудиться над сбором всех документов. Участие в этой федеральной программе чем-то сродни программе «Комфортная городская среда». Только подрядчик нанимает не муниципалитет, а непосредственно управляющая организация. В случае на прибытка в один ТСЖ. Тут посложнее немножко. Почему? Потому что деньги федеральные в итоге будут возвращаться. И нужно будет изначально показать о том, что, да, действительно, если провести в доме вот по такой программе работы, то будет экономическая отдача. Если поймут, что экономической отдачи не будет, то и возмещения как такового не будет. Это не просто так. На экономию личных средств жителей Прибыткова ушло более 6 миллионов рублей. Из них 2 миллиона – накопленные на капремонт средства спецсчета, остальное добавили инвесторы в лице подрядчика. Заявка на возмещение затраченных уже одобрена муниципалитетом, краевыми властями и согласована с Москвой. К середине лета на счет дома вернется 5 миллионов. После расчета с подрядчиком на спецсчете останется около 1,5 миллиона рублей. Вот. Программа «Энергоэффективный капремонт» рассчитана до 2025 года. В ее рамках на Прибыткова полностью заменили внутридомовую инженерную систему горячего водоснабжения и отопления, установили узел регулирования и систему автоматического контроля и регулирования освещения, утеплили фасады, заменили окна в местах общего пользования. Теперь объем потребленной горячей воды разбит на отопление и ГВС, а значит, рассчитывается отдельно. Контролируется и температура отопления на обратке. Вот эту вот установку сделали, два насоса, вот этот электронный щит управления ИСТРА, которая, она, естественно, под замочком, все, там считывает показания, автоматом передает терморегулятор на улицу вывинут, терморегулятор передает относительно наружного воздуха, идет подача и температурное, как бы, расходование. Раньше в отопительный сезон температура воздуха в подвале поднималась аж до плюс 37. Теперь все тепло упаковано в трубы и направлено в квартиры. Отсюда и экономия. Отдельно взятому дому удалось сделать сказку былью. Как стало известно, уже весной еще несколько бийских многоэтажек намерены подать заявку на участие в программе и стать энергоэффективными. Татьяна Голубева, Марина Волкова, Андрей Сигаев. День с толком. 12-летнему Максиму Трофимову из Барнаула нужна помощь. Об этом мальчике мы рассказывали неоднократно. Талантливый ребенок, участвует в научных конференциях, хорошо рисует. При том, что в 7 месяцев ему поставили страшный диагноз – ДЦП. Недавно выяснилось, что с возрастом его бедренные кости деформировались настолько, что потребовалась серьезная операция. Подробнее в сюжете. У 12-летнего Максима детский церебральный паралич. Каждая буква в школьной тетрадке дается ему с усилием. Но его мама Елена говорит, одно то, что он пишет, уже чудо. И это результат регулярных упражнений. Но есть то, что гимнастикой не исправить. Недавно стало известно, что бедренные кости мальчика так искривились, что скоро он может потерять возможность не то что ходить, сидеть нормально. Сложную операцию готовы сделать в Санкт-Петербурге. Она намечена на март. Максим уже предвкушает, как полетит в северную столицу на самолете. Ведь это будет его первый полет. Я увижу очень красивое небо. Как мы парим над облаками на самолете. Увижу очень красивые пейзажи. И надеюсь, долетим туда мы спокойно. Делать сложнейшую операцию питерские врачи будут бесплатно, по квоте. Остальные траты ложатся на саму Елену. А такую сумму ей найти практически не под силу. В самой больнице, получается, проживание и питание ребенку входит в квоту, а именно проживание мамы и питание мамы – это все платно за свои средства. В данный момент мы планируем улететь на самолете, вернуться, чтобы на самолете вроде как можно, но выкупив несколько мест для лежачего, потому что Максим после операции будет в лежачем положении. Всего нужно больше 100 тысяч. Елена – мать-одиночка, такая сумма для нее неподъемная. Срок, за который нужно найти деньги, меньше месяца. Елена будет благодарна любой помощи. Средства можно перечислить на карту по реквизитам, указанным на экране, с пометкой «Для Максимки». Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.
В Барнаул сегодня пришла первая партия лодок для второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Ценный груз ехал из самой Португалии. Моя коллега Ирина Корчагина побывала сегодня на гребном канале и узнала, сколько стоят лучшие в мире модели лодок, а также что с ними будет после соревнований. Подробнее в сюжете. Эта фура преодолела более 8 тысяч километров от португальского города Вила-ду-Конди до Барнаула. За рулем водитель из Белоруссии, который провел в пути около 2 недель. В большегрузе ценный груз. 72 лодки для второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Цена каждой лодки более 500 000 рублей. Тяжело было ехать, потому что груз очень легкий. Было сложно выезжать местами. Где-то подзависал, вот, буксовали, ну и так далее. Ну, мир не без добрых людей, помогали выезжать. Первый этап Кубка мира пройдет в Венгрии за неделю до старта в Барнауле. Перевозить лодки в сжатые сроки ко второму этапу нереально. Поэтому специально для соревнований в Барнауле изготовили отдельный инвентарь. Лодки от производителя Нелла – одни из самых лучших в мире. Их приобрели за счет фонда поддержки олимпийцев России. Спортсмены топового уровня борются за каждую долю секунды, поэтому лодка должна соответствовать требованиям, которые предъявляет Международная федерация для того, чтобы уравновесить шансы спортсменов, но при этом должна обладать своими специальными характеристиками. Это максимальная жесткость прежде всего, вот, и удобство для спортсменов. До середины апреля в краевую столицу доставят еще несколько партий инвентаря. Всего 300 лодок. Большинство из них останется в Барнауле. 180 лодок ориентировочно останутся в Алтайском крае, а остальные будут переданы в сборные команды Российской Федерации по гребле на байдарках каноэ. Учитывая, что у нас очень много ребятишек занимается, и для них эти модели будут служить очень долго. Между прочим, греблей в Алтайском крае занимаются почти 400 человек. Наследие Кубка мира определенно станет толчком для развития гребного спорта. Тем временем до крупнейшего спортивного события за всю историю региона остается чуть больше 3 месяцев. Кубок мира по гребле Барнаул примет с 20 по 23 мая. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Обещали и сделали. Акция «Спортивные выходные» во второй раз прошла в краевой столице. На этот раз барнаульцы могли не только бесплатно покататься на коньках на ледовых аренах. Впервые их ждали и на снежных склонах берега Оби. В ночь с субботы на воскресенье всех желающих бесплатно принимал горнолыжный комплекс «Авальман». Насколько активны горожане были на этот раз, расскажет Илья Кочетков. Это кадры прошлых выходных. На Титов-арене яблоко упасть негде. Далеко не все желающие смогли тогда покататься. Многие простояли в очереди и ушли домой. Организаторы пообещали сделать выводы и, видимо, сделали. На этот раз жалоб в соцсети не поступало, хотя людей было много. Почти 2000 человек приехали и на снежные склоны. Ажиотажа мы здесь не наблюдали. Сноуборды и горные лыжи далеко не для каждого. Но организаторы считают, что со своей стороны сделали все возможное. Ведь бесплатно покататься с гор удается нечасто. Самое основное, вот скажем, это канатная дорога. То есть она, ну, в этом виде спорта, скажем, стоит дороже всего, чем аренда инвентаря. Вот, поэтому вот мы решили сделать канатную дорогу бесплатно. То есть 6 часов люди свободный доступ. Людей немного, но, по словам директора комплекса, в обычное время их гораздо меньше. Задумка сработала. Акция привлекла в том числе много новичков. Было бы здорово, если бы это не только ночь была, а полностью выходные. Я тоже считаю, что это правильное решение, потому что люди будут развиваться и будут становиться спортивными, все более и более спортивными. Вот. И я считаю, что это тоже должно быть днем, не только ночью. Правда, бывалые горнолыжники такой активности оказались не очень довольны. Новичков, да, много. Неопытных. И страшно за них. Потому что они кататься не умеют, но и инструкторов не нанимают. Поэтому и травмоопасно для них же, и для нас, для тех, кто катается постоянно. Потому что у нас на спине глаз нету, чтобы увидеть его, летящего. Но даже бывалые уверены, благодаря таким акциям больше людей заинтересуется горнолыжкой, а значит повысится и культура катания. Всего в рамках бесплатной акции на Авальмане побывало почти 2000 человек. Повторится ли такая же бесплатная горнолыжная ночь, пока неизвестно. Краевой Минспорта обещает в ближайшее время опубликовать список объектов на следующую ночь. Возможно, там появятся футбольные, баскетбольные площадки и даже бассейны. Илья Кочетков, Николай Шелко, «День с толком».
А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар».